Первый. Говорить четко, емко и понятно для всех. То есть, если вы врач, пожалуйста, переведите на человеческий, на русский, потому что мы вас не поймем. То же самое с брокером. Если вы брокер, и вы «Да, офф-план, ROI, лонч и все, погнали!» Человек, который первый раз вам позвонил, и у него вот сейчас первый опыт общения с брокером, скорее всего, не поймет и не позвонит вам еще раз. А если вы объясните ему четко, коротко и понятно, тогда он будет чувствовать, ага, коннект есть, я все понял, супер, продолжаем. Второе. Слушать внимательно и держать фокус на собеседнике. Если спикер умеет говорить, но не умеет слушать, то он балабол. Вот чтобы не быть балаболом, нужно уметь качественно слушать. И слушать не просто, а... Мы скорее говорим, что брокер, когда человек рассказывает что-то о себе, брокер не должен... Да-да-да, слушайте, а вот у меня еще есть это предложение, он должен сесть, выслушать человека и при этом выглядеть заинтересованным. Быть, это называется термин в риторике присутствие в моменте речи. Присутствовать в моменте речи собеседника. Слышать его всем своим телом, показывать. Мне интересно, я тебя слышу, я хочу тебе помочь. И третье, когда мы научились четко, емко, просто и понятно говорить, мы научились слушать, внимательно держа фокус на собеседнике. Третье, мы учимся повторять ответы собеседника, интегрировать их в свою речь, как бы еще раз показывая, вот мой токен appreciation, мой токен внимания к тебе. Я запомнил, и я точно это приму во внимание.